Тебе не победить! Победить!
Ah!
Я-то надеялся, что из всех, кого я встречал, хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Сын. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого! Что тут случилось?
Атрей, ко мне! Я иду, иду! Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Не оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они и пища. Драугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно.
Здесь идти некуда. Разве что по мосту. Можешь его опустить? Вперед! Есть! Сын. Да. Хорошая идея! Отец, посмотри наверх. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Смотри, раньше весь наш лес защищала полоса деревьев, но вон там в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Я не понимаю. Идем. Не оглядывайся. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы?
Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Нападать будем? Чего мы ждем? Почему мы не... Молчи и делай, как я говорю. Еще враги! Команды. Берегись, отец!
Соберись! Вот они! Команды. Снова драуги! Yeah!
враг? Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Наверху. Сын? Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Кажется, там сундук.
Ого, как ты это сделал? Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть, совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Помни, меткость важнее скорости. Лети за ними! Помни, меткость важнее скорости. Ah!
равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри! Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то ломает стену! Наверху! Там наверху проход. Вон там. Смотри, проход. Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Да помогу!
Но не для твоих стрел! Стреляй! Чисто! Это была настоящая вельва. Никогда не думал, что увижу.